Сегодня в 11 часов на территории городского округа город Каспийск была проведена учебная тренировка по оповещению населения при возможных чрезвычайных ситуациях. Live. В Каспийске практически в каждом уголке сегодня звучала тревожная сирена. Также по городу ездили задействованные в учениях автомобили ГИБДД, устно оповещавшие горожан о том, какие действия необходимо предпринимать в случае, если подобные мероприятия будут проводиться уже в целях предупреждения о реальной угрозе. Просит граждан, услышав звуки сирен, громко говорящую связь, мечети, звон колокола и сообщение через репродукторы спецавтотранспорта, незамедлительно включить телевизоры, настроить их на каналы местного телевидения и внимательно прослушать информационное сообщение. Однако население отреагировало в большинстве своем очень пассивно. Возможно, вследствие того, что в средствах массовой информации было сообщено о проведении данного мероприятия. Если же это проявление безразличия, то мы призываем горожан серьезно к этому относиться. Иначе такое поведение в случае настоящей опасности может привести к ужасающим последствиям.